Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в провинции Ганьсу. Президент отметил, в этот тяжелый момент казахстанцы разделяют боль невосполнимой утраты китайского народа. Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям.